Доброе время суток, друзья! В этом коротком ролике мы поговорим о Trigger Player Movement и Trigger Remove. Данный триггер является физическим ограничителем и может быть полезен в двух случаях. Первый. Если вам нужно, чтобы игрок автоматически присел и не вставал с корточек. Второй. Если вам нужно запретить игроку перешагивать через ступени или другие подобные объекты. С помощью флага Autoduck игрок будет автоматически приседать, входя в триггер. Вот такой вот полезный и забавный объект. Trigger Remove тоже полезный для геймплея объект. Все, что будет в него брошено, автоматически удаляется, в том числе NPC и игрок. Поэтому этот объект считается опасным для вашей карты. Используйте флажки с умом. И на этом все. Удачи, тамадачи.